Футболисты наглядно продемонстрировали, что жители города не сломлены. Матчи жизни в блокадном Ленинграде имели огромное политическое значение. Правда ли, что многие забитые мячи стоили игрокам жизни? Мало кто из них был уверен, что сможет доиграть до конца, но сдаваться никто не собирался. И на самом ли деле матчи проводились даже во время массированных артобстрелов? Якобы судье пришлось увести болельщиков и игроков в укрытие. Не факт. В субботу в 15:10 на телеканале «Звезда».